Состоялась четвертая игра зимней серии «Что, где, когда» против телезрителей выступила команда магистра Андрея Козлова, в составе которой и житель Мурманска Алексей Бакуменко. Игра была довольно напряженной, и не все вопросы дались знатокам. Алексею Бакуменко выпала участь сыграть раунд «Суперблиц», однако правильного ответа на вопрос о затоплении острова он дать не смог. По крайней мере, так посчитал господин ведущий. А прав он или нет, вы можете определить сами, посмотрев выступление. Также неудачей для Бакуменко обернулась попытка угадать, что лежит в черном ящике. Тем не менее, итоговый счет игры 6-4 в пользу команды «Козлова». Знатоки прошли в финал сезона, он состоится 26 декабря в 20:40.